Здравствуйте, друзья! Вы на канале «Уютное чаепитие», и с вами я, Ирина Ризвая. Я удивила вас названием. И это название соответствует видео, которое я вам сейчас записываю. Я рассказываю вам реальную историю. Историю, которую мне рассказала подруга женщины. Подруга женщины, которая с которой все это произошло. Я буду иногда отвлекаться, у меня работает автоклав, я делаю куриную тушенку. Не буду долго ходить вокруг да около. Двое молодых людей, Галина и Николай. Имена мы не меняли, как мне было рассказано. Я спросила разрешения назвать этими именами. Да, конечно, пожалуйста. Галина и Николай встретились еще в школе, они полюбили друг друга, и была у них чистая, красивая любовь. Все знали, что они любят друг друга, все знали, что они заботятся друг о друге, и их уже никто не представлял просто врозь. Они как два попугая-неразлучника, как два лебедя. Это я вот уже, почитав эту историю, я уже представила, да, этих молодых людей. Они закончили школу, поступили в институт, и Николай, чтобы обеспечить семью, учился и работал, и где-то подрабатывал. А вот подруга, которая рассказывает мне, ее имя я называть не буду, она говорит, я все время приходила к ним, но они вот настолько они были, от них было такое вот тепло. Я все время приходила к ним вот за советом. У меня, говорит, жизнь немножко так не ладилась. Они меня всегда успокоят, что-то вот научат, как-то скажут, как тебе поступить. И, говорит, как психологи просто. Я, говорит, к ним приходила и всегда вот душой отдыхала. Было много друзей, собирались они друзьями, компаниями. Было, ну, вообще, вот все, как вы понимаете, в хорошем кино. Красивая пара. И, говорит, вот настолько он ее любил, настолько он ее берег и заботился о ней, прям пушинки с нее сдувал, что когда она пошла втайне от него на работу, потому что денег в семье не хватало, она пошла мыть какие-то офисные помещения, и, говорит, однажды она приходит, а он узнал, приходит на работу, а он там уже вовсю моет и говорит ей, знаешь, говорит, я никогда не позволю тебе, чтобы ты убирала там чужую грязь, там работала, уставала, учись, и, в общем, на тебе учеба, семья и все такое. Ну, вот такая красивая любовь. Эта любовь, значит, на протяжении 25 лет была нерушима, и родилось у них два мальчика, два сына. Ну, все было хорошо, все было замечательно. Они купили дачу, они купили квартиру. Правда, была квартира в ипотеке. Ну, может быть, там какие-то еще, ну, кредитки, как это, ну, как обычная семья. В общем, все хорошая семья для всех. Все видели их отношения, и, в общем, все нормально. И однажды, говорит, мне моя подруга, вот девушка, которая мне это рассказывает, она, говорит, звонит, говорит, мне Галина, и говорит, ты знаешь, что-то говорит не то, что-то с Николаем не то происходит, с Николаем что-то не то происходит, это вообще, говорит, что-то такое, как, ну, быть такого не может. Говорит, ну, может быть, там надумала ты себе, что такое, что, ну, какой-то, говорит, он стал не такой, что-то с ним вот совсем не то. Ну, я, говорит, к ним, говорит, собралась и как-то, говорит, на выходные поехала к ним на дачу. Ну, на даче, говорит, посидели мы, и Галя, говорит, ушла пораньше спать, притомилась, а мне, говорит, Николай, говорит, пойдем прогуляемся. Она, говорит, как-то неудобно, говорит, прогуляемся, но, говорит, Галина спит, говорит, пусть она отдыхает, пойдем поговорим. И вот, говорит, мы шли, разговаривали ни о чем, а я, говорит, такая, у меня, говорит, вечно что-нибудь происходит. Вечно, говорит, я к ним, говорит, с какой-нибудь там проблемой приеду, что, ну, приеду, расскажу им, успокоюсь. И он, говорит, меня спрашивает, было ли, говорит, у тебя в жизни такое, что ты как будто бы сам себе не принадлежишь. Ты делаешь то, чего делать совершенно нельзя. Ты понимаешь, что это делать нельзя, но ты все равно делаешь. Говорит, у тебя вот такое было когда-нибудь? Я, говорит, подумала, ну, говорит, ну, всякое у меня бывало, говорит, всяких там прибамбасов. Ну, не знаю, говорит, пожала плечами, потому что вопрос был настолько неожиданный. Ну, и, в общем-то, говорит, прогулялись и пошли, все обратно, и все это все забылось. А потом, говорит, наступил коронавирус, я, говорит, сильно заболела.
И мы как-то по телефону общались, у них что-то там, может, тоже кто-то заболел. Ну, в общем, общались редко, чисто так, как дела, как чего, и, в общем-то, не вели таких разговоров. И потом проходит, говорит, какое-то время, мне, говорит, Галина звонит вся в слезах и сказала, говорит, больше не могу, мне очень плохо. Говорит, что случилось? Она говорит, от меня ушел Николай. Прозвучало, говорит, это вот вообще как гром среди ясного неба. Как это Николай ушел? Куда он ушел? Ну, я поехала к ней, вот она, говорит, и рассказывает мне. С ним в последнее время, говорит, что-то, ну, такое, говорит, ну, творилось непонятное. Ну, какой-то, говорит, он стал совсем другой. Ну, не такой какой-то. Я, говорит, у него все время спрашивала, Коля, что с тобой? Все ли нормально? Все, может быть, во мне какая-то причина? Что с тобой? Я, говорит, вижу, что ты как-то изменился. Нет, нет, все хорошо, все, не переживай. Она говорит, может быть, у тебя, может, долги какие-то там, ну, все-таки там ипотека у них, какие-то там кредиты. Говорит, может, долги, может, еще что-то. Поделись со мной, расскажи. Он говорит, все нормально, не переживай, все нормально. И, говорит, он все время говорил, давай уедем. Надо уехать отсюда, давай уедем. И, в общем-то, говорит, а куда мы, говорит, поедем-то? У нас здесь друзья, у нас тут дача, у нас квартира. Говорит, куда мы поедем? У нас здесь все, тут насиженное место, дети. Куда мы поедем? Все же нормально. Ну, вот он говорит, вот такой, говорит, все время менялся, стал молчаливый, стал какой-то, говорит, чужой. И вот однажды, говорит, когда он пришел, я положила ему ужин, он смотрит на меня и говорит, Галя, отпусти меня. Ну, иди, говорит, куда ты хочешь-то? Ну, куда ты хочешь, иди. Я, говорит, даже не поняла. Он говорит, отпусти меня насовсем. Я не хочу больше с тобой жить, у меня есть другая женщина. Когда, говорит, он мне такое сказал, я просто была удивлена, потому что не могло такого случиться после всего вот этих хороших отношений, никаких, говорит, предпосылок, ничего не было. Ну, как? Ну, у него, может быть, я уже потом подумала, может, у него такая работа была, вот я не спросила у женщины, ну как, другую женщину тоже найти надо как-то время, да, может быть, он задерживался с работы, но она ничего вообще не замечала. А она говорит, ты пошутил, говорит, что ли, ты что, меня разыгрываешь или что случилось? Говорит, нет, она меня ждет в машине, я сейчас соберусь, уйду, она тебе все сама объяснит. Ну, говорит, как осталось, вот сидела за столом, так и осталось сидеть, он собрался, практически ничего не взял и ушел. Через какое-то время звонит ей эта женщина Галине и говорит, здравствуйте, меня зовут Люба. У нас с вашим мужем отношения, мы любим друг друга, и, в общем-то, не мешайте нам жить как-то так. Ну, вот она, значит, расплакалась, до нее это дошло. Нет, сначала она даже вообще она не верила, а потом, говорит, когда уже, я, говорит, уже поняла, что его нет, она вот позвонила своей подруге, подруга приехала. Потом, говорит, Галина все-таки решила... Все-таки, говорит, решила с ним встретиться и выяснить, что же произошло и как могло так произойти. Она ему позвонила, он, ну, естественно, ответил, она его не стала ни в чем упрекать. Говорит, давай увидимся, у нас все-таки квартира в ипотеке, у нас какие-то там кредиты, у нас там еще что-то, да. Как все это, надо все это решить, у нас дети, вообще давай хоть решим вот эту вот нашу финансовую, бытовую сторону. Он согласился с ней встретиться. И, говорит, он пришел на встречу, глаза, говорит, у него были какие-то вот непонятные какие-то глаза, говорит, какой-то он вот чужой, говорит, был, вот как будто вот он не он, такое чувство, что, говорит, вот у него вынули его глаза, да, и вставили ему какие-то стеклянные, он разговаривал спокойно, и он сказал, я заплачу остаток по ипотеке, я заплачу все кредитки, единственное, говорит, что я отдам тебе эту квартиру, там, значит, единственное, говорит, что я заберу машину. И я, говорит, снова не поверила, откуда у него такие деньги. Мы, говорит, обычная семья с обычным достатком, откуда такие деньги? И через какое-то время она поняла, что да, он действительно так и сделал. Он заплатил долг за квартиру, там, наверное, где-то 1600-700 было.
Он заплатил все кредиты, он, в общем-то, оставил ей все это, переписал. Там все равно ипотека, ведь ему с женой на двоих, да, все отдал ей. Дача. Единственное, говорит, забрал машину. В общем, время шло. Что творилось с Галей, говорит, это сложно сказать. Но я представляю просто, вот, да, я просто представила, вот, друзья мои, я вам не только рассказываю, да, историю, я рассказываю свои ощущения. Ты живешь с человеком, и он тебе как будто нож вот в спину. Вот самое вот верное определение, да? Ты не ожидаешь, а он тебе нож в спину. Вот она была в таком состоянии вообще. Ну, естественно, узнали знакомые, друзья, которые разделились, говорит, на то, как что все мужики кобели, а другие, ну, одна половина говорит, вообще его там кобели, все такое. Другая половина недоумевала, естественно, Галю жалели, там же не куча знакомых, а, видимо, узкий круг друзей, ну, естественно, все за нее, все ее жалеют, она стала худеть, она за полгода сбросила 25 килограмм, за нее уже стали, он говорит, просто бояться, она стала сохнуть, и мы, говорит, не можем, говорит, ничего понять-то, и с ним не можем никак встретиться, он, говорит, избегает общих-то знакомых, он ни с кем встречаться не хочет. А потом, говорит, мы уже решили, что что-то надо, говорит, с Галей делать, потому что ей уже ничего не помогает. Там по врачам она ходила или не ходила. Тут как-то, в общем, моя рассказчица упустила. Но все равно стали беспокоиться за ее здоровье. И раз уж они обратились к какой-то бабушке, значит, медицина, может быть, не помогла. Они обратились к этой бабушке. Бабушка что-то там погадала, пошептала, что-то там делала. Может, еще какие-то, может, травы там она пила. Или... Не знаю, друзья мои, не знаю. Но... По крайней мере, говорит, она перестала сбрасывать вес, но все равно она вот такая была, она была в таком состоянии, потому что после такой любви это пережить, это, ну, не каждый, наверное, сможет, да? Ну, не каждый сможет. Но мы, говорит, не остановились. Мы, говорит, все-таки решили какое-то расследование провести. Что случилось? Потому что не было причин никаких. Мы уж ее, ну что, может быть, говорит, он ушел к женщине, которой... Он, может быть, он что-то ей сделал, и она его шантажирует. Что? А деньги у него откуда? Они стали выяснять. И говорит, я, вот моя рассказчица, она говорит, мы узнали, где он живет, но все равно город небольшой, мы узнали, где он живет. И как будто бы случайно, говорит, с ним встретились. И когда, говорит, я его увидела, я, говорит, один раз была... Смотрела на умирающего человека, какие у него были глаза, который уже вот, ну, был уже на грани жизни и смерти, все. И говорит, тут были точно такие же глаза. Вот точно такие же, говорит, он поплохел. А его густые, говорит, когда-то волосы, говорит, стали редеть. У него, говорит, появилась даже плешь на голове. И какой-то, говорит, он стал... А, я еще упустила, друзья мои, очень важную деталь. Когда Галина встречалась... с ним по вот этим вот проблемам житейским, да, ипотека, заплатить и все такое. Она говорит, ну, они же встретились, может, не один раз, все равно на переоформление и все такое, да, ну, я так полагаю, потому что все вот эти бытовые дела он решал спокойно, размеренно. Но как только она начинала его спрашивать, ну, скажи мне, ну, что с тобой? Ну, чем я могу тебе помочь? Почему ты бросил меня? Скажи. Она его не осуждала, не ругала. Она не понимала просто этого. Он становился агрессивным. Друзья мои, он становился агрессивным, а его агрессивным никто никогда в жизни не видел. Он даже комара, говорит, не мог убить. Говорил, что комарик так мало живет, как вообще можно его убить? А тут, говорит, он чуть ли не с кулаками на нее. Что ты замолчи, не, руку стал поднимать, понимаете, замахиваться, это, ну, я так понимаю, что агрессия, она как-то, она выливалась, эта агрессия, да, что ты замолчи, и, в общем, она даже говорит, я его боялась в эти моменты, вот, и когда моя рассказчица, значит, она с ним якобы случайно встретилась, и он ей ничего не сказал. Он ей ничего, он с ней очень мало пообщались, они не пообщались, поздоровались, не поздоровались. И в другой раз она его встретила с этой женщиной.
мы, говорит, думали, что он ушел к такой женщине, ну, которая вот, ну, вообще была такая, ну, ну, модель просто, модель. Потому что, говорит, Галя-то была такая, говорит, красивая, фигуристая, такая тонкая, звонкая, да. А тут, говорит, когда я ее увидела, говорит, такая была тетя, говорит, ну, тоже в таком, не молодая девушка, нет, такая же, говорит, тетя, говорит, бесформенная, ну, ладно, говорит, там, бесформенная, бог с ним, говорит, внешность, но, говорит, какой-то нереальный начес на голове, говорит, какие-то колготки с сеткой, говорит, какие-то ботфорты, одета, говорит, как-то вообще, ну, непонятно, и она шла с ним, она вела его за ручку. Она вела его за ручку, они шли, и она его вот как будто бы, почему вела, потому что как будто бы она впереди шла, а его держала, понимаете? Мы, говорит, были так удивлены, ну, вот мы, кто это видел, я видела, говорит, я была просто удивлена, как это, как он с такой вообще, почему, что, говорит, могло там произойти, чтобы вот он, ну, как говорится, с лица воду не пить, да, кто его знает, ну, куда же, говорит, еще лучше-то, Галя? Даже, говорит, вот душевно, даже вот как человек. Сейчас, друзья мои, я отвлекусь недолго, мне отрегулировать надо. Так вот, друзья. Ой, что-то у меня тут пеленочка моя упала. Так вот, друзья, говорит, мы... Вот моя рассказчица рассказывает, что к этой бабушке, к которой ходила Галина, они, говорит, обратились еще раз, спросили, что, может быть, она про Николая что-то скажет, говорит. Она погадала на картах, она сказала, да, ему что-то подсыпают, чем-то он опоен, понимаете, его чем-то опоили, он сам себе не принадлежит, и вот эти вот слова действительно соответствовали, говорит, вот тому, чем, вот что я увидела. Ну, что, говорит, нам оставалось, ну, что, говорит, нам делать, мы не знаем, как делать, мы не знаем, толку с ним подходить, разговаривать, ну ничего не сделать. Единственное, говорит, что мы все-таки выяснили про нее. И общие знакомые наши, как, в общем, они как-то через общих знакомых про нее узнали, и про нее были очень нелестные отзывы в плане того, что женщина была, ну, распущенного поведения, что якобы на ней клейма ставить негде. А ничего больше такого, да, если бы кто-то бы сказал, может быть, что она ведьма там какая-то или еще чего, да, никто. Единственное, сказали про ее вот распущенность, что клейма ставить негде. Ну, так могут там хоть про кого. Главного-то не узнать никак, главного-то не узнать. И его-то не вернуть, его, чтобы... Вот что сделать? Вот что, друзья мои, делать? Не представляю. Так он уже начал стареть. Что она сделала такое? И вообще, можно ли верить в это, да? Ну, тут сам собой, вот я вот слушала, я вообще такой человек, я не верю, что можно там порчу нагнать, или, говорят, если человек в это не верит, на него очень сложно надавить. Но кто его знает, ведь силы, они есть такие, да, и не дай бог, кто там у тебя за плечом стоит. Это же страшно, вот я вот говорю, у меня вот мороз по коже, да? Ведь есть такая зависть, которая может тебе такое зло причинить, что елки-палки. А тут, где он ее мог встретить-то, вот чего, где он ее встретил? И что, вот я, вот я начала-то говорить, что даже вот мне такой вот пессимистке, вот по неверующей такой, да, и то сразу пришло как-то на ум, в голову вернее, да, пришло то, что его чем-то, ну, какое-то колдовство тут. Чем Гале помочь? Ничем не помочь. Ей надо это пережить, слава богу, хоть она сама не высохла, вот эта бабуля, да, вот это вот остановила, приостановила, или остановится это, или что? Кому ей обращаться? Кому? Так. Вы знаете, про привороты. Вот про привороты. У меня в Каргополе была одна знакомая. Она очень любила одного человека, вообще сильно любила. А он женатый. Ну почему так в жизни бывает? Да, вот почему бывает так в жизни? Об этом мы потом поговорим, об этой знакомой. Мы потом поговорим в другом ролике. Многие знали ее ситуацию, да очень многие. На работе так вообще все.
Ну и кто-то ей сказал, да возьми да приворожи, чтобы с семьи-то ушел. А он с семьи-то не уходил. Он и к ней, и в семью. А говорит, а чего? Говорит, ну приворожу, говорит, я. А вспомните фильм-то не «Мария искусница». Она там такая ходила, да? Что воля, что неволя. Это вообще... Вот, говорит, что толку-то, говорит, привораживать? Она тогда так правильно это сказала. Действительно, да? Ну, приворожишь-то человека, так он... В общем, не знаю, друзья мои. Не... Вот видите, какая история? Ой. Это страшно, когда вот так вот живешь, у тебя хорошая... Почему? Почему в жизни такое бывает? Вот все у тебя хорошо. Вот все у тебя замечательно. Вот все прямо, и, ну, не скажу ты там, допустим, в финансовом плане, да, вот что-то вот, вот прямо все идеально. Обязательно вот эту идеальность кто-то чего-то разобьет. Обязательно. Почему? Не знаю. Как так происходит? Вот такой вот Николай. И как помочь Николаю, никто не знает. Связался он с этой Любой, где, чего. Как Гале это пережить? Гале тяжело. А, моя вот рассказчица, да, женщина, которая мне рассказала эту историю, может быть, она еще сделает потом мне какие-то дополнения. Мы общаемся голосовыми в WhatsApp. Может быть, она какие-то дополнения. Дети. Опять же, я у нее не спросила, как на это дети посмотрели. Ведь все-таки 25 лет они вместе. И дети, значит, уже все-таки уже выращены, да? Вот это я не спросила. Как дети-то, а как он к детям-то вообще? Вот чего? Как к детям-то? Вот расскажите, если меня смотрите, да, вот чтобы мне тут не задавать лишние вопросы. Как с детьми-то? Мы обязательно продолжим. Вот так, друзья мои. Вот так вот бывает. Так, время у меня 120 градусов-то. А что-то я на время-то не посмотрела. Ну ладно, пусть будет так. Через часик я отключу. Вот так вот. Про привороты, конечно, есть еще истории. Есть истории, как наводят... Тут, наверное, может быть порча какая-то на семью. Может быть, на нее порча. Порчу как снимают. Я, например, была свидетелем того, как с человека сняли порчу, и жизнь его изменилась. Ну, серьезно, ну не может же быть такого совпадения. И человек на себе это почувствовал. Так что вот такие дела... Вот такое происходит в нашей жизни. Вот так вот. Ой. Все, друзья мои, я делаю тушенку. Доделываю, да? Сколько мне тут часик посижу. С кухни никогда не ухожу. А, ролик выгружу я, наверное, завтра. Ну, посмотрим, как у меня получится. Посмотрим. Друзья мои, увидимся в следующем ролике.